Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Ян Рейнс, и мы продолжаем играть в Макс Проклятие Братьев. Ну что ж, давайте мы с вами наконец-таки протестируем наш симпатичный с виду мост на прочность. Как говорил Макс, он же у нас суперпрочный. Наслаждайся, Максимка, своим суперпрочным мостом. Так, хорошо, ладно. Не будем его сейчас подставлять, попробуем это дело пройти все. Аккуратненько, так, Макс! Макс, что ж ты делаешь-то? Так, хорошо, это дело. Это дело мы преодолели. Так, замечательно. Так, так. Отличненько. А вот это была подстава, интересно. А что там надо было делать? Ладно, сейчас разберемся, не проблема. Давайте еще раз попробуем. Так. Все это дело в темпе мы. В темпе, готово дело. Макс, Макс, Макс. Так, смотри, значит... Остается только, по-моему, вот эта часть, да, которая с факелом. Хорошо. Макс, молодец, красавчик. Поддерживаю тебя. Прыжки в никуда, это забавная хрень. Так, 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 так. Хорошо, смотри. Здесь мы более-менее справились. Раньше здесь был огненный храм. Скоро я дарю твое оружие последней и самой мощной силой. Да ты чё, серьезно что ли? Правда, ты одаришь нас огнем. Замечательно, слушай, это будет замечательно. Потому что огненную силу мы даже еще и не видели, как она работает. Даже не имеем ни малейшего представления. Что здесь делать? Макс, давай сейчас мы подумаем и решим, что здесь делать. Что-то как-то пошло, да, выглядит, нет? Тебе не кажется? Ну ладно, хрен с ним, не будем заморачиваться на эту тему. Так. Так, 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 сейчас сообразим, короче, подожди. Нет. Хорошо, давай знаешь, как сделаем? Смотри, сделаем вот так вот. Отрубим это дело. И петь чутко вот так вот. Нам нужно как-то попробовать привязать, наверное, ее, да? Так, чутка вот так. Схватил, да? Отлично. А что это нам дает? А ни хрена это нам не дает. Совершенно ни хрена, просто ничего. Пустота. Макс. Максимка, соберись. Максим Батькович, соберитесь, пожалуйста. Давайте мы будем сделать вот так вот сейчас. Вот эту штуку мы приготовим. И как-нибудь сами на этом деле прыгнем. Нет, плохая идея. Слушай, это интересно, а что же здесь делать надо? Так. Не самая, да, удачная идея? Так, Максимка, давай. Нам нужно, смотри, вот где-то до сюда попасть. Как бы нам это сделать-то? Так, а мы можем эту хрень как-то... поставить, что ли, вот сюда, нет? Я думаю, на самом деле, нам надо как-то сюда ее перекладиной сделать. Как бы только это сделать? Давай вот так попробуем. Реально это сделать, нет? Нет, это нереально сделать. Так, а для чего же вот эта штука нам нужна? Слушай, загадка века просто. Так, вот сюда. Ну, все равно, в любом случае, нам надо сюда как-то попасть. Не понимаю юмора. Так, смотри. Так, да кричу, все равно непонятно. Нет, Макс, все, кажется, я понял, что надо сделать. Нам надо сделать вот такую хрень. Теперь ее зацепить вот так вот, наверное, да? Смотри, крюком. Тихо. Макс, 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 держи. Держи, 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 держи это дело. Не падай, я тебя прошу, не падай. Не падай, родная. Так, хорошо, смотри. Теперь, вот теперь самый сложный вариант.
Нам нужно эту хрень как-то туда. Ну давай, ну же. Ну падай. Тихо, Макс, не ты падай. Ну давай попробуем, почему нет. Прыгнем сейчас туда. Тихо, Макс, не туда. Макс, не туда. Слушай, ну это уже интересная хрень. Так, хорошо. Так, попробуем сделать. Что здесь делать? Да хрен его знает, Макс. Не поверишь, но я впервые реально тоже вдупляю. Не понимаю, что здесь делать. По идее вы, это нам должно какую-то страховку давать, но... Но на самом деле это нам ни хрена не дает, по сути. Нам бы вот такую же хрень, только как-то спиралькой, чтобы можно было как-то, знаешь, так аккуратно вниз спуститься. Как-то вот так вот, да, Макс. Так, давай спиральку попробуем сделать какую-нибудь. Не знаю, вот такую. Не, хрень какую-то сделали, по-моему, да? Что дальше? Сейчас, сейчас, сейчас. Ты подожди, Макс, чё ж ты такой нетерпеливый-то? Так. Нет, по-моему, у нас опять хрень получилась. Так, нет, это тоже не вариант. Как же нам быть-то? Если вот так вот. Так. Теперь это дело мы вот так вот. Так, хватай, 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 Макс. Держи. Держится, да? Отлично. Достать можем? Да ладно, ты шутишь? Хорошо, а теперь что? Как-то надо аккуратненько, смотри. Да аккуратно, Макс, ну... Макс, ну что ж ты делаешь-то, собака, а? Ну идея, в принципе, интересная. Идея интересная, только вот как бы ее реализовать правильно. Что мне делать? Так, Макс, спокойно, держи ее, ну... Твою же ж мать, а? Так, нет, еще разок, давай. Вот так вот. Теперь. Нет, так она упадет опять. Так, а как же у нас было хорошо-то сделано? Ну, попробуем вот так вот, например. Так, смотри, в принципе, неплохо должно быть. Сейчас мы ее зацепим вот так аккуратно. Тихо. Тихо, не падай. Не падай, держись. Макс, 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 Макс. Тихо, тихо, тихо. Держи эту хрень. Твою же ж мать. Плохая идея была. Хорошо, давай тогда полетим просто нахрен на этой штуке, да и все туда вниз. Так. Не, ну слушай, это тупичок какой-то. Так. Нам нужен в любом случае угол. И вот такая хрень. Завитушка типа. Нет, там по-любому нужен вот такой... Такая вот палка крючкообразная. То есть в любом случае. Но, опять же. Как, видишь, по ней спуститься туда, непонятно. Как-то же должен быть способ, собака, ну. Сейчас упадем опять. Ладно, хрен с тобой, Макс, давай. Так, как же нам это дело реализовать-то? Ну вот здесь крючок дальше. Смотри, сейчас, подожди, давай попробуем сообразить. Крючок у нас будет зацепляться. Дальше нам нужна двойная такая. То есть смотри, крючок, крючок. Дальше нам нужно вот так вот и вот так вот. Типа такого что-то. Так. А где крючок-то? Максим, ну что ж ты делаешь-то, собака? Так, ну так мы, наверное, не дотянем, да? Конечно, не дотянем. Хрен с ним, давай еще разок. Так, нам нужен небольшой крючочек и дальше вот такая вот завитуха. Макс, what the fuck are you doing, bitch? Please tell me now. Хорошо, смотри, все. Готово дело. Давай, ну.
ну сейчас-то мы точно должны зацепиться. Ой, Макс, ты шутишь? Ну, серьезно, как ты мог отпустить-то эту хрень? Слушай, я не понимаю юмора. Не, ну, на мой взгляд, это самое очевидное решение. То есть, вот так встаем. Тихо. Тихо. Привязываем это дело. А теперь-то что? Теперь-то, Макс... твою же ж мать. Может быть, нам дугообразно ее сделать? Типа крючок, смотри, дальше вот такой вот. Как думаешь? Не? Не вариант? Давай попробуем. Так, спокойно. Теперь встаем вот сюда вот. И привязываем это дело. И ни хрена не происходит, Макс. Макс, ни хрена не происходит. Хорошо, сделаем еще проще. Вот так вот. Теперь мы... Сейчас мы в это дело залезем. Не залезем, хорошо. Так, крючкообразную и... Не-не-не-не-не, хрень. Хрень, Макс. Вот так и вот так вот. Так, держи, держи. Держи. Готово дело. Нет, надо ее чуть-чуть сюда. Твою мать, она сейчас упадет. Макс. Макс, у нас получилось. Макс. 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 Максимка, мать твою, что ты делаешь? Макс, ну реально, ну ты чё? Еще раз пробуем. У нас уже нашелся более-менее хороший вариант. Так. Так. Давай туда попробуем сразу. Не, видишь, туда нам никак не вариант вообще запрыгнуть. Так, очень интересная хрень. Так. Хорошо. Что дальше? Да вот хрен его знает. Твою мать, ты посмотри, какое очевидное решение у нас было. И это столько тупить ради этого решения. Твою за ногу, а? Слушай, ну это уже да, это уже край. Что дальше? Что дальше, Макс? Я же тебе показал, что дальше. Мы так тупанули с тобой сильно, это дико просто. Ладно, хорошо. Не, зачем? Можно даже, наверное, пониже. Вот что дальше, Макс. Вот что дальше. Сейчас эта штука уже свалится, ну нафиг. Макс, это дикость. Просто дикость, только протупить. Ладно, ничего страшного, бывают затупы. Хорошо, давай посмотрим, что нам здесь делать. Макс, это мои слова, что нам делать? Так, хорошо, а действительно, что нам делать? Давай попробуем вот так сделать, смотри. Прикол, да? Но это надо было поближе сделать, хорошо. Понятно. Сейчас сделаем, не проблема. Что здесь делать? Охладись! Охладись, собака! Так, Максимка, теперь нам нужно наверх. Погнали. Готово дело. Так, что у нас тут? Так, вот это дело. Теперь нам нужно вот так вот и сюда. Хорошо, теперь же. Опять же нам вот так вот. Макс, нормально, все, не паникуй, Макс. Давай теперь ее где-нибудь вот здесь, наверное, охладим. Вот где-то вот здесь вот. Давай вот так. Готово дел. Максимка! Что ж ты делаешь, собака такая, ну? Макс, ну так же нельзя подставлять людей. Мы собрались, чтобы тебя пройти, а ты, собака, нас подставляешь. Ну что ж, летные документы ты точно не получишь, как минимум. Тебе бы научиться парковаться, Макс. Максим, ну а что ж ты такой фейловый чувак у нас? Хорошо, давай еще раз пробуем, погнали. Не вопрос.
этого... Да что же ты делаешь, Макс? Макс, соберись, пожалуйста, я тебя прошу. Максимка. Мы уже почти спросили твоего братана. Ну что ж ты, ну? Не, ну сейчас-то видел же, очевидно было, что я попал на нее. Здесь как-то эти лианы против меня, видимо, заговор какой-то у них. Давай, готово дело. Хорошо. Во-во-во, нормально, охлаждай ее. Так, давай на всякий пожарный разгон возьмем, а то у нас Максимка сейчас опять специалист. Улетит куда не надо. Так, готово дело. Это мы справились. Спокойствие. Так. А, вот это интересно. Я понимаю, что надо сделать. А мы можем вниз-то вот сюда спуститься? А, мы можем. Они еще и на время оставляют. Слушай, вот это поворот. Ну мы же не знали. Мы же с Максимкой не знали этого, правильно? Бегом. Мы успеем, должны успеть. Максимка? Ну он там опять эта штука, мы видим, но трогать мы ее не будем. Так, вон еще одна штука у нас наверху. Стопешка. Вот так, что ли? Хорошо, мы поняли. Погнали. Замечательно. Эти штуки наверняка падают. Это очевидно. Очевидно, Макс. Так, давай пониже. Берем разгончик. Готово дело. Так, Макс, ну Макс, что ж ты будешь делать-то, собака? Ух, Максимка. Все нормально, не паникуй. Подумаешь, под твоими ногами горящая лава? С хрен знает, какой температурой бешеной. Максим, объясни мне, пожалуйста, по какому поводу ты сейчас-то не запрыгнул? Все же было нормально. Так, ну здесь все хорошо, не паримся. Так, смотри, вот сюда нам, и вот сюда. Все, замечательно, это не проблема для нас. Теперь, смотри, как хитроумно. Здесь у нас лиана. Так, не сожжет. Хорошо. Погнали, бегом, Макс. Ну, это не так хардкорно, как нам казалось. Теперь возьмем небольшой разгончик, как бы сейчас жопу не опалил. Оба, нормально, не опалит, все хорошо. Так, давай, тебя мы сразу сделаем, и тебя мы сделаем. Мы всех сделали, мы хардкорные пацаны. Хорошо, здесь, наверное, сделаем вот так вот. И сразу пролетим, не будем даже заморачиваться на третьего. Так, хорошо. Не понял, что за звуки? Что за летучие мыши у нас? И вот это почему мигает? Что это нам дает? А ни хрена нам это не дает. Хорошо, она ни хрена не дает, понимаешь? Так, давай разгон тогда дадим ей. Готово дело? Теперь. Так а чё? Ну ладно. А, смотри, нам, я понял, нам нужен этот принцип маятника сделать. Хорошо. Макс, я тебе только что сказал, мы делаем маятник, мать твою, ты чего, Макс? Макс, очнись, пожалуйста, родной. Смотри, оп, сверху, сняли. Они думали, мы их не заметим, да? Хрен там плавал. Так, я вот только не уверен, нам стоит слезать или нет. А то нас сейчас тоже вместе разобьет, хрен нам собачьим. Так, Максимка. Давай мы, наверное, все-таки попробуем слезть как-нибудь аккуратненько, да? У-ху! Готово дело. Ну, это было просто. Так. Что у нас здесь? Твою же ж мать!
Это что такое? Бежим, бежим, бежим! Макс, Макс, Макс! Ух, твою мать! А как это пройти-то? Что это? Да хрен знает, что это! Какой-то кусок раскаленного дерьма. И что? А, я-то думал, он вот эти штуки просто этот, уничтожает, сжигает каменные. А они-то у нас, оказывается, нормально все. Остудись. Есть перерыв. Есть охлаждение. Все хорошо. Так, сразу. Да. 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 Так, смотри, хитро придумано, да? Вовремя мы успели. Нет, Макс. Слушай, так а тут как-то надо очень шустро это сделать. Хорошо, нам не ограничивают по времени вроде бы как здесь. Давай сделаем вот так, сделаем мы вот так вот. Так, смотри, она прерывает, нет, воду нам. Нет, воду она нам не трогает, теперь вот здесь. Какой интервал-то у них? Пофигу, полетели. Макс, 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 Макс. Так, нет, хорошо. Нам нужна вторая подлиннее туда. Ближе к правой стороне. Хорошо, так, сделаем вот так. Теперь нам надо вот так вот сделать. Собака какая, смотри, прорывает. Вот так и вот так. Хорошо, вот так мы сделаем. Да что ж ты делаешь-то, собака? Так. Заразина какая. Все, полетели, Макс. Полетели? Полетели, хорошо. Не так слишком сложно было, как нам казалось. А что дальше делать? Так. Так, готово дело. В смысле нет, Макс? Макс, все нормально, держись, Макс. Все, хорошо. Что ты паниковал? Все нормально у нас. Так, хорошо. Что здесь? Тядям, тядям, тядям. Ну, там камера опять наверху это. Ну, мы ее не будем брать, конечно же. Но мы ее видели. И это радует. О-оу. Кажется, нам сейчас будет плохо. Хе-хе-хе. Макс, нет, твою мать. А вот это уже интересно, кстати, будет. Давай туда. Макс, нет. Макс, куда-нибудь. Максимка, хоть куда-нибудь, пожалуйста. А что делать-то? Что делать-то, Макс? Так, смотри, вот я вижу, что-то здесь делать надо. Макс, 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 Макс. Все плохо? Понятное дело. Так, хорошо. Здесь надо побыстрее просто это дело. Сейчас сконцентрировать. И разобьем мы это дело. Смотри, раз. Смотри, два. Давай, третий. Теперь мы быстро-быстро-быстро-быстро, Макс, забираемся. Готово дело. Дальше что у нас? Сюда идешь. Идешь сюда. Макс. Это будет интересно. Это будет жарко. Хорошо. Жаркая серия будет. Так, давай, Максимка, бегом. У нас очень мало времени, Макс. Макс, 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 давай бегом. Остужай этот хрень. Цепляй. Макс, Макс, зацепи, пожалуйста. Максимка, твою мать. Макс, нет. Так, ладно, сейчас все сделаем. Не проблема. Погнали. Раз. Два. Три, о май гад, быстрее, быстрее, Макс. Да, хорошо, мы так поняли, это дело нам не зацепить. Тогда что нам делать-то, Максимка? Давай сами туда полезем. Хорош. От этого дела мы спаслись. Так, это у нас готово дело. Да сюда нас не достанет? Или может? Может, смотри-ка. Да отвали ты, что нам докопался-то, собака? Так, теперь мы это дело должны столкнуть вниз туда. Goodbye.
Так, у нас появился новый гейзер. Получай, собака, охладись. Ну как, айс? Айс, а? Или не айс? Получилось! У меня получилось! Максимка, не у тебя получилось, у нас получилось. У меня получилось, у тебя получилось, у всех получилось, понимаешь? У всех нас получилось. Так что мы еще не самые плохие с тобой. Замечательно. Второй уровень — пещера огня. Хорошо, босса мы убили. Давайте, друзья мои, сделаем здесь небольшой перерывчик и уже продолжим в следующей серии. Не забывайте комментировать видео, оставлять пальцы вверх, большущие такие. Ну, там где-нибудь внизу найдешь, может быть. Там, ну, конечно, можешь вниз поставить, но лучше-то наверх, понимаешь? Вверх всегда говорит о том, что ты крутой чувак, такой типа, да, я согласен, это нормальная тема. Макс, в принципе, может, да, он криворукий падает, но он может, да? А также подпишись на канал, будь другом, ну чё ты? Ну подпишись, ну давай, давай, ну смелее, ну подписывайся, не стесняйся. Ладно, все, хорошо, давайте, всем пока, короче. Увидимся в следующей серии.